Ежедневно в Крыму пропадают люди. Большинство из них находят живыми. Уже 4 года в поисках пропавших помогают добровольцы крымского отряда «Лиза Алерт». Только за последний год им поступило 583 заявки о пропаже человека. Найдено живыми 404 человека, к сожалению, погибшими найдено 50. Продолжается поиск 31 человека. Что касается отдельно несовершеннолетних, это от 0 до 17 лет, то у нас за год 110 человек пропало. Найдены живыми 94, погибшими, к сожалению, 3, и отказано в заявке 13 раз. По словам поисковиков, чаще всего теряются старики с проблемами с памятью. Нередко приходится искать детей и подростков. Самое главное при пропаже человека – не терять время. Не могу сказать, откуда укоренилось в сознании вот это понятие 3 суток. А обращаться о пропаже человека можно непосредственно, когда вы поняли, что человек пропал. То есть он не выходит на связь, он не пришел домой, или там вы пришли домой, его нет дома. А отказать в приеме заявления полиция вам, в принципе, не может. Особенно если это касается детей, то вообще прям вот сразу, как только вы понимаете, что ребенок задерживается, школа опоздал, не выходит на связь. В крымском отряде «Лиза Алерт» работают около 300 волонтеров. Они круглые сутки готовы прийти на помощь в поиске пропавших. Хотя у организации нет офиса и постоянной спонсорской поддержки. Добровольцем может стать любой желающий. В отряде обучат разным методикам поиска и оказанию первой помощи.